Ёшкин. Фига, 7 тысяч дали. За что? За офроский дрифт? Охренеть. Смотри, как повалило-то. Ой, клево. Ой, давай, давай, цепной, цепной, цепной. Сейчас сделаем, блин, километр. Ух ты, круто. О, yes, complete. Ой, красиво, мне понравилось. Что? Уже набрал. Ну что ж, всем привет, с вами Тева на канале Те Геймс. Всем, в общем, приятного просмотра, надеюсь, у вас хорошее настроение. Так, погнали дальше. Я собирался пройти вот дрифт здесь рядышком, надеюсь, это еще не пройденный мною, по идее. И как раз вот, да, который вот, скажем так, подпрыгивает, это то, что, в принципе, и... О, сколько здесь зрители собралось, смотри, я их не заметил. То, что приведет нас к сюжету. Хотя, наверное, здесь эта последовательность не важна. Так, 400 метров надо дрифтить без остановки, да? Погнали. Так, я вроде понял, как дрифтится здесь. Сейчас будет туча очков. Так, ага, сингл дрифт 400, было 200, по-моему, пару серий назад. Так. Сейчас, 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 сейчас. Он просто ее уносит. Космос. Где ты? My bad. Бедное деревце. Где-то прям уносит, а где-то не хватает. О, смотри. Потащил как. Сейчас, 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 сейчас. Ну, блин, ну ё. Так. Конечно, нафиг. Чё, как, блин, сингл сделал 400 метров? Чё, ну, это сложно. Нужен затяжной, хороший. А, блин, у нас ещё 4 километра. Слушай, ну, шансы есть, мне кажется, и набрать 99 тысяч, и... Слушай, это не так просто все-таки. Вот, смотри, 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 смотри. Тихо. Блин, смотри, какой здесь поворот был шикарный. Шикарный. Вот, тянем, 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 тянем. А не просто за сингл дрифт тут. Я думал, что за один поворот тут... Yes, отлично. Цепочка, оказывается, можно было сделать. Круто. Вот, все, мы играли. Классно. Кстати, я все жду, когда будет здесь штука с прострейтом. Мне очень интересно. Я случайно подсмотрел. Да, Мак, красавчик. Сколько нам? Чуть меньше 2 км. Нормально, мне кажется, мы сделаем. Вот, смотри, 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 пошло, офигенно. Офигенно, вот такое люблю. Повалили боком. Офигеть. Да-да. Сейчас бы еще по очкам успеть. Ну, мне кажется, если мы успеем, то прям... Прям-прям... Нет, не успеем, смотри. Блин, ну я с удовольствием, конечно, еще раз пройду, если... Ёшкин! Не-не-не, все-все-все. А чё?
Давай, засчитывай. Офигеть. Не, мне понравилось, слушай, классно. Е, клево. А, челлендж фейлд? Ладно, что там. А зато сайт будет нормально. Даже 500. Так, ну что у нас тут будет? Хуже, лучше? Отлично, давай экип тогда. Так. Ну чё, я так понял, чтобы был сюжет, надо просто вот подряд проходить эти. Ладно, давай еще один. Еще один дрифт, а потом пересядем за Тайлера или Джесс. Слушай, ты не интересует меня, что там болтаешь. Еще кто такой, Маркус Уэр? Наверное, наш куратор там. Так. Ну погнали, что, давай. Дрифта, они быстрые. А, теперь 500. Нормально, мы сделали только что больше 500. Keep training, Mac. Beat our scores. In time, you're rolling. Так, посмотрим, сколько здесь. 104, да? За 4 км, правда. Давай, 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 тяни. О, пустой. Так. Так, ладно, давай сразу всю скорость набрать. Тебе не знаю, чем это вообще поможет. О, с ручником давай чуть-чуть. Так, чуть тут дотянул. Так, сингл дрифта, конечно. Ух ты. Давай, давай, давай. Пофиг на все. Врезаемся. По стеночке. Good, good. Давай, смотри, красивый сейчас. Должен быть, давай. Ай, ну чё ж ты так. Ёшкин. Не, слушай, сложно сотку. Тут реально сложно сотку. Блин, красиво. Так, я мог затяжной один. Но... мог. Мог, но скилла мне еще не хватает. Еще не привык, блин, вот... во всех NFS дрифт отличается, во всех. 2015 хит здешний. Еще сделал своеобразный, везде надо привыкать. Нет такого, что ты привык к 2015, и здесь типа тебе также дрифтится. Нет, везде он какой-то, я не знаю, свой. Меняется от части к части. Блин, ну. Не, ну это было, конечно, ничего, но... блин, давай рестарт. Все-таки мне кажется, что получиться должно. Так, а, у нас еще есть и этот. И Азотис. Так, давай, Мак, давай, давай, позатягиваем гайки. Повалим бачком как следует. Сингл дрифт 500 набирал. О, смотри, даже на мосту. Круто. Не, все, я теперь. Так. Так. Стой, давай, теперь. О, красотулькин. Ладно, хорошо, что засчитывается даже за... за... вроде как за дрифтовой зоной. Но я нашел чуть. Так.
напряженочка, о, красиво пошла. Смотри, как повалило-то, ой, клево. Ой, давай-давай, цепной. Сейчас сделаем, блин, километр. Ух ты, круто. О, yes, комплит. Ой, красиво, мне понравилось. Что? Уже набрал. Офигеть. Не, я не ожидал. Клево. Клево. Вот это, блин, почему, ё-моё, со второй попытки, блин, получается, не знаю, что мне мешает сразу так задрифтануть. О, тихо, о. Блин, красиво, давай, блин, ладно. Финишировал не как хотел, но, ё-моё, 160. Никак не ожидал. Ладно, с километром я, конечно, загнул, но... Блин, клёво. А давай средний, чем будет. Так, ну что тут? Давай, блин. Success. Так, осталось 2, и что-то там будет, непонятно что. Ладно, давай сейчас 2... Два с Джессикой и 2 с Тайлером, наверное. А потом посмотрим, если время будет. В смысле? Ты куда? Че будет, если вот взять? Вообще не захватить. Так, что там происходит? Я все просмотрел. Прослушал. Они еще говорят как-то... Непонятно, немножко тихо. Так, до воды мне не доехать, видимо. А, да. В смысле, я хочу искупаться. Так, ладно. Посмотрим, что у нас тут. По. Так. Здесь у нас что? Здесь у нас кросс этот, да? Спидкросс шоудаун. Я его проходить не хочу, потому что... У нас 5 будет мага. Я хочу переключить персонажа. Так. Ви. Потому что я, типа, не прошел. Так, ну, давай раз fast travel можно. Уже куда можно fast travel делать? Только в гараж, да, видимо? Блин, Сайленс тут все побил. Так. Йо. Кстати, что это такое? Че? Почему не показывает? Почему не показывает, реально? Так, вот. Гараж-то выберем. Так. Вот, fast travel в гараж. Давайте выберем мазу. Да, давай зайдем в гараж и выберем мазу из прошлой серии. В смысле, где моя мазда, алло? Алло, где моя мазда? Я, наверное, забрала это... Джесс? Давай, давай, Volkswagen. На нем прокатимся чуть. Пускай будет Тайлер у нас надолго. Так, Тайлер. Уже забыл, куда он по карте надо. В этот. С GPS, потому что я не туда уеду. Чинить нечего, но я просто хотел вспомнить, какой там звуковой эффект будет. Так, Тайлер, что расскажешь? Ничего не расскажет. Видимо, обиделся, что я так давно не заходил. Красота. Ну, я особо и не старался. Блин, смотри, очки мутятся. 13 левел. Так.
Ой, да, надо было повернуть. Ух ты, тихо. Чё они там? Чё они болтают? Чё они хотят? Да блин, здесь дрифтит с этим трафиком. Вы издеваетесь? Не, вот как я... Как я соберусь продрифтить, я, конечно, сделаю это. Сейчас-то... Ё-моё! Хотя даже посмотреть, блин. Куда-то выше, ниже. Сейчас на него не настраивался вообще. Так, давай. Как-то... Ё... Что это был за... Слалом из горы. Хотя на него не похоже, но... Не знаю. Так. Чё, хотим побегать? Я пока не хочу побегать, я хочу это пройти. А может потом и можно. Все еще можно отвлекаться на все это. Так, что у нас опять будет? Вот теперь дрифтить километр, блин, вот это. Смотри еще на чем. А, нормально. Нормально, Мастанг. Мастанг GT. Ёшки. Фига, 7 тысяч дали. За что? За оффроудский дрифт? Охренеть. Я же так сделал. По обороту просто. Ух ты, тихо. Опа. Блин, ну на маслкаре дрифтить такой себе, конечно, но... Так. Фига! Фига, она боком валит. Фига еще у меня продолжается. А, это тотал? В смысле? А это не сингл, это тотал. А в смысле тысячи набрать? Это же вообще легко. Алло. Не заканчивайся. Алло, 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 давай, давай, давай. Продолжай набираться тотал. Не знаю, как это работает, но... Ой. Так, смотри, почти сделал. Давай, давай, сайт Б, тушка. О, отлично. Не знаю, как это вообще работало, с чем это было связано. А, надо было типа... Вообще не знаю, надо будет присмотреть. А, тут еще надо на время. Подожди, так блин, это была не гонка дрифта, это гонка на время была вообще. Нормально, да? Сейчас бы гонку на время проходить дрифтом. Тоже мне думал, на Мастанге здесь дрифт мы устроили. На Мустанге гонка на время. Какой дрифт? Тут мне казалось странно. А вот в чем дело. Ну понятно, как обычно. Заходишь в гонку. Потом и из гонки... Ой, я чипсину не забрал. Нормально? Из гонки, в общем, ты типа ты едешь в гонке, а потом такой, стоп, а что я делал? А чуть... А, гонка? Я думал, я за хлебом. Я думал, я просто выехал прокатиться за хлебом. Ё, да как я могу так их пропускать? Эпично. Эпик гейм, эпик... Эпик гейм.
Я не собрал 0 чипсин из 3 возможных. Жесть. Total Drift, которого вообще не должно было здесь быть. Ладно, ладно. Это было что-то на странном. О, отлично. Тройной, что нам дадут? H и... Че за... Че у нас опять Макс Смит? О, давай. Че даст, я не знаю, но... Эй, алло. Даже такой близи не могу собрать. Чипсина 5 из 100. Так. Я вообще-то хотел за... За Таль, но, ну, видимо, мы с Маком гонялись здесь. Не хочу с Тайлером угнать эту штуку. Не надо мне Маком. Так. Сейчас, ну, я не хочу драк. Можно в этой серии тоже как-то обойтись без драга? Давайте я лучше перепройду спидкросс шоудаун заново. Вот. Так, не надо Enter Garage, мы все равно тачку надо сменить сейчас. Спидчрап, не да. Сейчас из-за за спидчрап я наберу скорости и будет тебе. Так. А ничего, смотри, сразу две звезды я тогда сделал. Так, Jump 46, подожди. Так. Две звезды сразу. Сейчас мы еще больше сделаем. Что там, трамплины впереди? О, офигеть! Охренеть! Неожиданно. Не, вот я даже за это люблю пейбак. Смотри, сколько здесь всего. Как можно... не любить данную часть NFS. Ну, хотя бы немножечко. Немножечко. Так, по центру проехать. Все, по идее, можно было, ну ладно. Так, что там на 3 звезды? На 3 звезды мне понадобится еще азот. 306! Не, мне не хватило просто. Мне очень удобно. Так. Что-то по джампу. Ты чё, как? Чем меня сбил-то? Что мне не дало нормально пролететь-то? Так. Давай посмотрим. Kinda. Что это за kinda jump of yours? 84, ладно, нормально. Так, все. Погнали на ваш шоу-даун. Да. Сколько же здесь прыжков-то? Шоу-даун. Даун номер 2. 8 секунд. В воздухе побыть. 6 кадамов. Сложно. Два круга. Так, ладно, не показано. Поехали уже. Try Nitros to lock your multiplayer with you. В смысле? По мультиплеер, вы чё? А, тут прямо и с другой стороны прыжок. Как-то 8 секунд продолжаться. Вы чё, Unreal? Unreal Tournament. А, их можно сбивать, типа? О, чипсина, смотри. Чё за мини... В смысле? Уё! А, тихо. Ого, ух ты, круто. Мне понравилось, да. Спид.
А сколько мне надо набрать? 870 тысяч. Анжелович, ух ты, стой. Надо было там по центру впечататься. Четко. Need for Speed Rift. Реклама засчитана. О, стой. Это что было? Это как я? Круг, два круга, что это? Так, как нельзя чипсы, нормально. Смотри, ну за один круг мы набрали вполне себе, вполне себе. А, это в общем числе 8 секунд. Я думал, за один прыжок надо 8 секунд набрать. Ну тогда вполне себе реально. Ну тогда повеселимся, ё! Я не понимаю, как сайт бет можно запороть тогда? Тут же изи. Слай, нормально. Да куда еще больше-то набирать? Смотри, сколько много уже набрал. Нет. 15 секунд будет. Мне кажется. Можно было сингл дрифт, но как-то на каждой машине он по-своему ощущается немножко. Так, давай я заберу. Ладно, шучу. Слишком она. Ой, стой. Нормально. Задом тоже работает. Так, ну все. Нормально. Тихо. Ну ё. Так, вот этот странный участок. Чуть, мне кажется, я по кругу начинаю ехать. Нет, реально странный участок. А, там, наверное, стрелки, они переключаются, типа. Отлично. Тут особо-то можно не стараться, конечно. Но все равно как-то для себя интересно. Не, блин, когда понимаешь, как дрифтится здесь, это там классно. Ё-моё. Что за полетный дрифт? Ой. Но когда машина поворачивает, конечно, как надо. Ну, а давай я возьму все. Ты все равно возьму, что мне стоит. Жесть. Да ладно, доехал я. Схема, бэйби. Ну, 13,5, ладно. Так, теперь что? You're a natural. No surprise. I've got the data I need to bring this car up to the next level. Come on, Rav. Don't leave me hanging like this. Mac. Only a sponsored car can even get close to the Speedcross series. You could be my sponsor, Raph. Sorry, Mac. That's not how it works. И чё в смысле? Типа мы только на спонсированных тачках можем гоняться, он не может быть нашим спонсором. Да и вообще, зачем этот шоу-даун нужен, непонятно.
I'm about to make your wish come true. My client's driver is a no-show, but the Mini is already registered for the Speed Plus series. No freaking way. The car will get you into the tryout, but you'll have to prove yourself to continue. Смысл? А. Speed Plus is big business, Mac. This is no joke. Что это такое? These guys play by their own rules. Огромный бизнес. What did happen to your client's driver? I'm not sure I want to ask. Так, ну чё, блин, куда? Куда еще? Я еще хочу пройти нормальный гонку, потому что... Ну, чтобы это было что-то не дрифт, и что-то не драг, блин, и не шоу-даун. Видимо, придется довольствоваться тем, чем есть, да и... Ладно, давай... Слушай. Да, вот у нас гараж. Ладно, давай завалим боком на пассажок еще и... Подожди. В смысле сюда нельзя фаст шравл сделать? А куда можно? Что такое, где? Куда все фаст шравлы подевались? Почему я не могу? А где мы вообще, кстати? Понял. Типа фаст шравл можно туда, где я уже и есть. Где? О, смотри, газстейшн. Да, можно? Чего вы молчали раньше? Так, а сюда, например? Отлично, погнали. Не знаю, давайте все-таки будет драг рейсинг. Все. Или давайте сбежим с коробочкой. Подожди, только хочу за талера сесть. А как за талера сесть? А за талера нам нужен гараж. Ой, не хотел. Фар-камера. Блин, ладно, знаю, что до талера как-то далековато. Давай за Мака угоним. И все. Так, Мак, я надеюсь, в этот раз у нас это получится. Честно, где копы появятся? Естественно, на дороге. Ну, здравствуй, мистер полицейский. Все. Ну что, началось, блин. Супер опасное вождение. Нормально. Ну ладно, давайте сделаем кружочек другой. Тихо. Фига так через кусты, я тоже так хочу. Так, скидываем их. Смотри, не скидываются. О, тут я еще не ездил. По крайней мере, не помню. Так, между прочим, близко, по идее. Близко-то близко. Ой, тихо! Не надо меня в тачку. Нормально. Сами себе какие скорости. Ой, тихо. Так, а что, куда мне надо было? Так, сейчас мне надо на поворот. Я разбил, пропустил. Тихо. Быстрей. Сейчас посмотрим, как долго они будут поворачивать. А, ну хотя. Уже повернули. Но тут с речками будет сложнее. Я надеюсь на это. Так. Отлично. Офигенно. Слушай, намного легче это было, чем я думал. Блин, нормально. Не, все-таки здесь что-то происходит, это хорошо. Неизвестно, правда, сколько нам до сюжетного поворота, но... Не будем на этом заморачиваться. Complete, you have been rare to base shipment. А shipment это что? Что такое значит? Короче, я не знаю, что такое значит.
Точнее, знаю, но забыл. Acceleration. Так, ну и... Что мы приложим? Я могу приложить драк, но не прямо сейчас, вот. Раз уж мы здесь. Потому что хочется поиграть за Тайлера, хочется посмотреть, что дальше будет происходить. Но, опять же, не будем загадывать, а будем наслаждаться. Ой, сюда. Да, казалось, нельзя туда, так в туннель не хочу. Вот. Загадывать не будем, а будем наслаждаться прохождением. Ну что ж, на сей сил ночи я предлагаю и завершить сегодняшнюю, ну, веселенькую, может, не веселенькую серию. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока.